Всех приветствую. Надеюсь, что у вас все хорошо. Так, мы уже потихонечку в работе. Привет. Чуть мы заболели. Вот. Вчера вообще я никуда не выходил. Планировал выйти почистить окна. Вот от наплывов, уголочки, все там чик-чик-чик, от костики сделать, подготовить уже процедурам по отделке нашего фасада. Вот. И что-то нам прям заплохило, плохило. Началась температура. У меня поднялась, у Натальи. У Тёмыча подскочила температура, все, не есть, не пить, мне то жарко, то холодно, то, не знаю, там, в общем, колбасило, мы как зомби вот так ходим, вообще никакие, ничего не можем делать, всю ночь просто, я не знаю, я же говорю, то с меня льет, то мне холодно, в общем, кошмар какой-то, что творилось, сегодня уже более-менее лучше, да и сам встаю, нужно идти делать, потому что я сам по себе знаю, если вот так просто лечь, лежать, это неделями я буду болеть, вот, нужно выйти, поработать, пропотеть, ну да ладно, вот, поэтому, а вот Леруська нормально, не, ну Тёмыч с утра тоже хорошо уже, нормально, что-то наподобие, мы уже болели, наверное, ну вот, когда было, месяца 4 назад, да? И что интересно, вот именно первый день прям тебя вообще прям вот начинает колбасить, прям вообще. Вот. Ай, какая красивая. Привет. Ты что, стесняешься? Привет. Посмотри, кто там. Привет, скажи. Привет. Ой, возле зеркала стала. Ой, красивая. А где Барян? Нет. Барян где? Где Барян? Барян где? Барян. Где Барян? Скажи Барян, дочь. А может Барян говорит, скажи Барян. Кис, кис, где? Где Барян? Ну да ладно. Так, что у нас? Немного мы там поработали. В общем, сейчас пойдемте посмотрим. У меня голова сейчас уже вот такая. У нас есть маленькие нестыковки, сейчас покажу. Если честно, я не знаю, как я этот момент пропустил, упустил. А вот, но я думаю, что нужно это все переделать. Сейчас посмотрим, пойдемте. Бряныч. А? Леха, Бареха. Че ты? Как ты мог это проглядеть, а? Как не, ты мог не доглядеть? Так, есть. Не замуж выставили. Начал я шнуром пробивать. Вот. И у меня все поплыло. Ну, в каком плане поплыло? Окна у нас-то нормально по уровню стоят. Вот, но у всех оказывается разный уровень. И вот этот момент я упустил. Я сейчас начал пробивать шнуром. Вот, и сейчас вы увидите, что у нас произошло. Вот здесь, видите, нужно будет уголок опять вставлять, добавлять, потому что, видите, разница какая, где-то сантиметра полтора. И вот, просто хочется, чтобы кирпичик этот целый шел. Ну, представляете, вот там будет ровно. Да? А здесь будут уже подрезки. Там будет целый кирпич, а здесь будет вот такой узенький. Это и не совсем правильно. Поэтому окна по уровню, а вот по высоте их разная высота. Этот момент я почему-то пропустил. Не знаю почему и как. Вот, хочется сейчас это все выставить, чтобы потом уже кирпичики ровненько шло. Вот одна полоса, один шотчик. Вот, чтобы классно все было. Тут, в принципе, немного выравнивать. Вот. Здесь нужно будет уголочек кинуть. И у нас на первый получается. Уголок тоже нужно будет кинуть. Ну, как-то так. Разбирать я не хотел. Вот. Вот это все опять вырывать. Смысла нет, потому что здесь уже оно конкретно сидит. Сейчас сверху еще один уголочек, я думаю, кину. Быстро мы это заармируем. Да? Да, Бориныч? Вот. И все, и подготовим. И завтра, наверное, если все хорошо, начнем уже отделку. Такие дела. Ну, бывает. Что поделаешь, друзья. Это такие факторы. Вот, это, как говорится, надо было мне чуть повнимательнее быть. Вот, но в этом ничего сложного нету, чтобы сейчас все это исправить. Мы быстренько это все переделаем, зато уже будет у нас все четненько. Правда, я не знаю, как сверху теперь у нас пойдет, да, там, я надеюсь, наши ряды поняли, да, что именно когда будет, где будет подшиваться крыша, куда будет заходить кирпич, я надеюсь, он наискось тоже не пойдет. Вот этого я тоже не знаю, да. Вот, и мы снизу не можем криво пойти, да, тогда будет сверху некрасиво. В общем, конечно, да, когда ты строишь, у тебя
все идеально, все пропорционально. Вот, верха низа у тебя нигде не запали. Ну да ладно, я думаю, мы справимся, все у нас получится. Как всегда, я погнал потихонечку работать. Вот, вам приятных просмотров. Желаю, кому не здоровится, поскорейшего выздоровления. Да и будьте здоровы, и оставайтесь с нами. Погнали. У нас смотрим, в общем, низа мы все выровняли, под шнур выбили, да, это все хорошо, да, это все прекрасно, здорово. Вот это наши ошибки, теперь мы их учтем. А вот на ошибках учиться — это хорошо. Ну, во-первых, мы не знали, что у нас будет такой отделочный материал. А вот если бы я знал, конечно, я бы это все учел, да, и при установке этих окон мы бы выбили прям конкретный общий уровень, прям вот один в один, да. Если бы это все шло под шубу, в принципе, здесь, ну, это вообще заметно не было, да, это сплошной материал. Вот, и вот эти перепады, их, они бы не были видны. Вот, а сейчас все, у нас есть общая такая картина, сейчас он подсохнет. Вот, и все, потом я вот так же все обработаю, все будет хорошо. Поэтому вот как теперь будет сверху, где эти окна, да, там будет какой-то перепад. Вот этого теперь я тоже не знаю, да. Опять там будем играться. Ну да ладно, до туда дойдем, там уже видно будет, что да как. Вот, потому что мы пойдем снизу, снизу вверх и начнем, наверное, слева направо. Хотя разницы нету при работе с этим материалом, вот откуда начинать. Можно справа налево, можно слева направо. Вот сегодня это все подготовлю. В принципе, у меня уровень уже есть, от него мы оттолкнемся. Вот, и начальную уже заготовку мы отрежем, вот, и от начала мы уже пойдем. Вот, я думаю, у нас все нормально получится.
Насчет вот этой трубы были вопросы, чтобы сюда уголок вставить и ровно выровнять, нет, смысла нет, потому что она отходит и со временем ее будут разбирать. Если я сейчас это все сеткой соединю, вот соответственно, да, это потом все потянет и возможно здесь вот этот поотрывает мой пеноплекс, мой материал, соответственно, это будет, сами понимаете. А тогда мы ее покрасим, вот этот край, и все. А благородием уже более-менее будет. Я думаю, завтра мы уже начнем отделку. Так, друзья, поэтому сегодня было как-то так. Возможно, вы что-то ждали более интересного, более нового. Сегодняшний день, он был, если честно, важен. Важен не только для меня, возможно, и для вас. На самом деле, когда я увидел этот перепад, подумал, да может оставить, а может подрезать. Ну, пусть там кирпичик вот так будет. Потом думаю, не, ну, давай сделаем нормально-то, сделаем, чтобы все было красиво, да, ты зашел, и глаз у тебя радуется. На самом деле, пускай, да, это забрало наше время повторное, да, повторно мы сделали работу, вот, но иной раз вы сами знаете, что великие скульпторы, да, бывают свою скульптуру там годами воссоздают, вот, чтобы прийти к такому идеалу, да, я не говорю, что у нас прям все вау, идеально, вот, спасибо громадное всем за те комментарии про нашу кухню-гостиную, вот, очень многим она понравилась, еще раз вам громадное вам спасибо, вот, поэтому мы делаем ремонт не просто, как бы, да, сказать, сделать ремонт, в ремонте, помимо ремонта, мы еще кое-что видим, да, для себя, мы и отдыхаем и душой, и телом, да, как говорится, получаем полный релакс, зайдя в любое помещение, ну, кроме пока детских, их ждет ремонт. Испытываем, знаете, какого-то там дискомфорта, чего-то, и говорим, а надо было так, а надо было этак. Поэтому мы никуда не спешим, мы все стараемся делать основательно, вот, чтобы нам это нравилось. Все верно, главное, что нравится нам. Поэтому вот, думайте, анализируйте, смотрите, вот, не спешите. Ремонт – это такая интересная штука. Вот у кого он сейчас идет, я вам всем желаю легкого ремонта. Я вас верю, у вас все получится. На самом деле, главное – начать. Многие пишут в комментариях, как страшно, вот, а как так. Я вам так скажу, я когда в Сочи перегородку возводил в квартире, это была первая моя перегородка в студии, да, мы покупали, у меня просто руки там тряслись, я брался за голову, говорю, что же делать, как дальше, да. Ну ничего, первый ряд, да, он был, он самый тяжелый, а потом второй, третий, четвертый, и пошло, и потихонечку все пошло. Также и здесь все получилось, вот, вы видите, да, наш ремонт получается, потихонечку он продолжается, поэтому спасибо еще раз вам громадное за поддержку, мои дорогие. Спасибо вам, каждому подписчику, каждому зрителю. Это просто гостю этого канала. Спасибо тебе громадное за то, что ты есть. То, что ты нас смотришь, лайкаешь нас. Если тебе видео понравилось, то обязательно подпишись на нас. Да, и будет тебе счастье. Друзья, ну на этом хорошем мы будем заканчивать. Еще раз я вам пожелаю крепкого здоровья, любви, счастья, мира. И пусть все у вас будет, как всегда, хорошо. Ну а мы надолго, да, не прощаемся. Скоро мы с вами обязательно, да, увидимся. Всем счастливо, всем пока. Берегите себя и будьте здоровы.